Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов grandstar.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм. Это костюм Наполеона. Вот так вот выглядит костюмчик в запечатанном виде. Вот полностью как выглядит у нас костюм Наполеона. Это у нас на фотографии. Удобная упаковочка уже с ручкой. Можно спокойно нести, не имея дополнительного пакета. И давайте посмотрим, отличается ли реальность от фотографии. В комплект у нас входит шпага. Вот такая вот длинная пластмассовая шпага. Здесь она золотистая. Можете посмотреть. Вот так вот выглядит шпага. В товаре у нас визитка нашего интернет-магазина grandstar.ru. Далее в комплект входит у нас головной убор, шляпа, посмотрите, окантовка золотистая у нас по краю идет, из замши сделан, искусственный замш такой, жесткий довольно, черный замш. Она универсальная абсолютно на любую голову одевается, как для детей, так и для взрослых. В комплект входят белые штаны, штаны на резинке тянутся. По краю у нас идут вставочки, как лампасы, ярко-красного, бордового даже цвета. Тоже искусственный замш. Красные вставки из замша. Вот такие вот штанишки. В комплекте еще шарфик идет. Вот такой белый атласный шарф. Он не такой длинный, но такой довольно широкий. И камзол вот такой вот ярко-синего цвета с золотистыми у нас уже окантовочками, золотистой тесьмой идет. Синий темный цвет — это искусственный бархат у нас идет. По краю у нас рукавчики красного цвета, и можете посмотреть, тесьма все блестит, узоры здесь у нас вышиты, вышивка золотистая. Камзол на молнии расстегивается. Внутри у нас вставки из красного бархата. Можете посмотреть. Погоны. Вот такие вот ярко-золотистого цвета. Сзади камзол выглядит вот так. Просто ярко-синего цвета. Золотистая тесьма у нас. Такой вот камзол, вот так вот это выглядит. Ну, полностью набор, то есть головной убор, шарфик, камзол, штаны и шпага. Если вам понравился данный набор, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.